Т-64А дали 9.0. Лично я думал, что это произойдет так лет через 5. В отличие от Т-72А, нет ни брони в корпусе, ни дымов, ни зенитного пулемета против вертолетов. Единственный показатель, который лучше, так это поворот башни. Станет ли 64-ка играть лучше? Нет, ее ждет та же участь, что и все машины на 9.0. С учетом огромного количества трумсов и XM1, будет постоянно кидать на 9.3 и 9.7. А я когда-то даже купил талисман, в надежде, что коробочка продолжит воевать с М-60-ми.